Вечер. Вот я стою здесь. Все, дождь был, снег сегодня. Вот кошка пришла. Закат. Какие облака. Посмотреть, какая красота. И вот рядом полынь, и на полыни сколько, и капелек. Это капельки такие. Ни на чем, ни на, вон там конопля дальше растет, нету. Не на крапиве только две, а это вся абсолютно. У нее, значит, какой-то сборник собирает. Вот так. Это вот столб, от него провода шли в лагерь. Дальше. Березки облетают. Нам остается 5 дней неполных. И мы до свидания. Морковку не убрали, пошли, сегодня снег, ребята промокли. О, шарик, хороший у него аппетит. Ну, здесь ему бульон добавленный, видишь, собачий корм. Сергей Попков ему оставил, немножко набирают ему. И, кажется, уха попутно и молоко. Ну, в городе 9 этаж, натуральное молоко. Собака и та здесь по-другому питается. Вот мы были здесь, сколько у нас? 4 месяца. 10 июня выехали, 10 октября домой. Вот так. А 1/3 года здесь. И где потратили деньги, только на молоко покупали. А сейчас Никита, когда пасет, ну, в день там сколько платят, и полторашка, полтора. Вот вообще, вот этот закат, закат маленечко такой. Дальше солнышко выглянуло, такая красота. При матери добро, при всем солнышке тепло. Давай. Все, не будешь больше? А, наелся шарик. Наелся. Вот вода ему тут. Вокруг, это трава вокруг, не в чашке. Ну что, Буса, пошли домой. А, пойдем. Прекрасно. В город-то ехать и шибко-то и неохота. Прошу вот сейчас КамАЗ. Вот эти вот дрова бы все увезти, у нас там храм топится. Не знаю. Проехать они не могут. Может быть, когда застынет уже. Все.